конкурс начинается 48 часов, жди нас. Вот только нас ждать и будут, ага. Задание хоть все видели? На всякий случай. Лист бумаги. Плюшевое сердце. Фраза «мир» — это бардак. И человек в синем. Вот так. Да-да-да-да-да. Вот, вот как у тебя, да. Нет, мы вот Темера синего покажем. Ладно, все понятно. Короче, идеи сценариев есть какие-то? Задания потом вставим. Короче, гениальная идея. Группа пенсионеров на скутерах грабит аптеки. Копы подозревают, что это местный дом престарелых. Они решают туда внедрить своего. Копа бышит его об отставку. Он втирается к ним в доверие, когда начинается гонка в поликлинику. Походу, ты сам гонишь. Ты представь, как мы это снимать будем. Идеи нормальные, адекватные присутствуют? Человека, парня-ботаника кусает радиоактивный олень. И после этого он ездит по опочке и не включает поворотник. Я тебя сейчас сам укушу. Сам укушу. Темер, может, у тебя какие-то есть адекватные идеи? Господи. Не оператор, а операторище просто какое-то. Ладно, по жанрам. Пойдем по жанрам. Самое, что у нас там? Фантастика. Фантастика, что есть? О-о-о. Бауле. Главный герой решает разогнать свой «Жигули» до 100 км в час и попадает на 30 лет назад. Но он этого не замечает, поскольку вокруг ничего не изменилось. Ты просто хочешь свою семерку в кадр впихнуть, признайся. Ее даже Скорсезе, если будет снимать, ты ее не продашь. Короче, я все придумал. Я сейчас этот разговор записываю, останавливаю запись, скидываю Темеру, он монтирует, и то, что получится, мы, собственно, и отправим на конкурс. Темер, окей? Темер. Он спит или завис? Ну ты храп слышишь? И я не слышу. По-любому завис. Все, короче. Адьос. Останавливаем запись и все, ништяк. Ой. А как так?